Стена жилого дома обрушается. Такое сообщение пришло на пульт дежурного петербургской службы спасения. По телефону 01 звонили сразу несколько местных жителей. Прямо на их глазах с балкона верхних этажей жилого девятиэтажного дома на тротуар упала часть облицовки фасада. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось буквально по сантиметру простукивать стену, чтобы исключить возможность ее дальнейшего обрушения. Незамедлительно отреагировали, выслали сюда пожарное подразделение. На месте по адресу Московское шоссе 16, корпус 1, было установлено, что обрушение лепнины на балконе площадью 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей в результате падения штукатурки не пострадал. Улицу оперативно перекрыли, стену проверили на устойчивость. После экспресс-анализа выяснилось, дому и его жильцам больше ничто не угрожает.